Попробовать провести День России в онлайн-режиме предлагают жителям Иркутской области. Для них подготовили различные развлекательные программы. Подробнее расскажем далее. Так мы привыкли отмечать День России, но в этом году традиции приходится ломать и проводить праздники в онлайн-формате. В виртуальном режиме в Прибайкале в честь Дня России состоятся около 1000 мероприятий. Артисты Иркутского музыкального театра уже записали праздничный концерт в зале без зрителей. Увидеть выступление все желающие смогут 12 и 13 июня на YouTube-канале учреждения культуры. Порадуют жителей региона и солисты Иркутской филармонии. Они подготовили 2 музыкальных ролика. Однако основное действие развернется в социальных сетях. Там стать честью праздника смогут все без исключения. Прочитать стихи отечественных поэтов и выложить видео под хэштегом «Русские рифмы». А представители национально-культурных центров проведут кулинарный онлайн-марафон. У себя дома приготовят блюда разных народов, проживающих на территории нашей страны, и опубликуют ролики в соцсетях. Ну а те, для кого и этого окажется недостаточно, смогут лично поучаствовать в акции «Окна России», вывесить триколор в знак единения со всеми, кто вынужден отказаться от привычного формата проведения праздника. Алена Полоненко, новости по будням.